Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском и Октябрьском районах планируют открыть центры учителей-волонтеров. Первый такой центр начал свою работу в Урае в этом году. Его создали на грант губернатора Югры. Прежде педагоги добровольно и бесплатно помогали детям онлайн. Теперь появилось место, где школьники могут заниматься с учителями очно. Сегодня в центре обучается более 100 школьников с 1 по 11 класс из разных городов округа. В их числе 25 юных урайцев. В основном это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных и опекаемых семей. У тех, у кого нет финансовой возможности обращаться к репетиторам. Сначала наставники выявляют пробелы в знаниях, затем составляют индивидуальный маршрутный лист, по которому идет дальнейшая работа. Центр объединяет около 300 учителей-волонтеров разных профилей. За 3 с небольшим года благодаря этой инициативе более 1000 югорских школьников стали лучше справляться с учебой. Мы сами многодетная семья. И у нас с мужем возникла идея таким детям делать безвозмездные курсы, помогать социально незащищенным категориям и реализовывать свой добровольческий, скажем так, запрос или свое желание заниматься именно волонтерством.